Более 3000 домов Северо-Казахстанской области остаются без электричества уже несколько суток. Из-за плохих погодных условий энергоснабжение восстановить в полной мере не удается, сообщили в департаменте по ЧС региона. На данный час 6 районов области все еще остаются в ожидании света. Произошло аварийное отключение электроэнергии. Без электричества осталось более 4000 абонентов. По состоянию на утро тоже в ряде населенных пунктов работы проведены. Восстановлено электроснабжение в 3 населенных пунктах. Это более 700 абонентов. Работы на данный момент продолжаются по всем населенным пунктам. Также они будут продолжены и после того, как погода успокоится. Также в службе ЧС рассказали, что все пропавшие буран люди найдены. Их здоровью сейчас ничего не угрожает. Отмечу, в регионе уже несколько суток бушует снежная буря. Из-за разгула стихии закрыты дороги по всем направлениям, как и еще в 8 областях страны. Казгидромет объявил штормовые предупреждения почти во всех регионах Казахстана.